Я хочу, но не могу. Ух ты, нифига. Тесак. Она еще выгнула жена километра. Взять. Я бы его так и не заметил, кстати, если бы он не мигнул мне. Катарел. Терминал не работает, так что пошли нафиг. Выстрелить сохранение, встать и пошли. А, естественно, медленно. Естественно, мы тоже медленно передвигаемся, поэтому никакого смысла в принципе нет. А я могу? Нет, не могу. Чтоб такие еще мне повстречались, а? Не надо мне. Чего не активные? Он вылетел прям мне на встречку, я его подпальнул. Я его подпалил. Из ружья. Я поднимаюсь наверх. Что меня там ждет? Интересно. Выход? Не, пойдет так. Вот слишком много вещей, я знаю, поэтому и... Мне норм. Я сюда все-таки залез. Я еще хотел туда забраться. Антиранин и Тошка. Капитошка, бля. О, отдай. Моё. Ну и все, больше ничего нет, в принципе, можно идти. Тут просто пусто. Близкаешься. Ну ладно, мне их много. Открыл. Только с коктейлем Молотова две. Все. Больше ничего такого нет. Все, можем выходить уже отсюда, из этого тьма. Где выход? А я выход. Я иду на выход. Хоть мы не полностью тут все исследовали, потому что не можем. Это не важно. Жалко, что мы сунули сюда без брони. Это очень печально, плачевно для нас. Вообще дальше. Фух.
Фух, выбрались оттуда. Из этого затемнения. Хоть там и вела дверь к чему-то. Все равно вышли. Там две двери было, получается. Но они, наверное, так и... Кто-то прошел. А, нет. Все как всегда. Мы медленно. О, дверь. Надо пытаться ее открыть. Или дойти хотя бы. Час прошел спустя. Зашел. Чем везде пооткрываем двери. Только спустя несколько лет доберемся до этого челика. Или как его там зовут? Они причем все полные, кстати. Свинить замок. Открыл. Затвором карабин. Мина, слушай, защита. Она лучше, чем моя. Вы в этом уверены? Я еще не все. Сейф-то мы открыли, да, молодцы мы. Но я еще не все. Мог спуститься ниже или выше? Кстати, а вот одежде. Все же надо джинсовое платье. Дорожная кожаная одежда. Кожаная броня. Броня для левой руки. Три энергии. Плюс. Это она не надета. Один. А на той? Один. Плюс три даже. И для левой руки есть. А не с большим? Офигитетиво просто. Защита 5. Костюм бродяги, нифига. А, ну это смотря сколько их. Красивый костюм. 6. Северная рейдерская броня для туловища.
Это, наверное, лучше. Портупея. Куда она надевается? Все, оделись как молодые вообще. Карабин с затвором. Короткий как ствольный. Ну, у него урон 13, а у этого 34. Он патроны использует 308 калибра, а их 7 всего. А он использует 38. Урон 13. Ну понятно, понятно. Но вообще урон 45. Тесак. Тесак 19 средний плюс. 25 цена его ж не. Ё-моё. Все. Выходим. С новой пушечкой вот этой вот. Офигенно. Идем. Наверх. Сколько бутылок мы вообще набрали вот этих вот? Боже мой. Наверное, очень даже дофига. Не, я в принципе готов встретить врага. Очень быстро встретить. Собака чисто такая бегает за мной. Испугался аж. Чёрт, эти руки. Вантус. Идиоты. Вообще, череп. Нет, ну нельзя брать, окей. Пока закроем. X-клетка, X-клетка. Офигенно. Я могу сесть на кресло. Блин, да я сидя передвигаюсь быстрее, чем это. Чем иду пешком. Ай, да блин. Реально. Сидя я быстрее передвигаюсь, чем просто иду пешком. И мне так просто кажется. Нож. Ладно, встану. Буду высоко ходить. Содружество уже, типа, открыл дверь. Содружество. Я еще не готов, там была дверь рядом. Сейчас выйду. Они со мной поздороваются, я такой, ну нет, я пошел. Спасибо, нет. Да, вот, и видите. Я не могу бегать. Очень печально. Блин.
Ну что-то вроде вот такого. Что-то вроде такого. Да боже! О! Наконец-то, ради чего я старался? Можешь? Просто.